Ась, что случилось? Да нет, ничего не случилось, все окей. Мам, мне девчонки зовут погулять. Можно я сегодня пропущу тренировку? Настя, я этого не слышала. Закончу съемку, заеду за тобой, как обычно. Никаких гамбургеров. У тебя режим. Так уж и быть, можно десерт съесть немножко семифреда. В морозилке, пока. Передержала. Ну? Ну-н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 у. Все-таки ковришка. Ну, думаю еще про ореховый пирог, но остановилась на сочетании апельсина с корицей. Есть два процесса, за которыми я могу наблюдать бесконечно. Какой второй? Как ты паркуешься? Ну, знаешь что? Это вынужденный навык в условиях современного мегаполиса. Ну что, гармонирует. Только не открывай окно, запах корицы должен витать в воздухе. Как магия. Твоим партнерам всегда нравилось. Удачных переговоров. Хороших съемок. Так, все, сейчас опоздаю. Давай. Алина Дмитриевна, 10 минут до начала съемки. Ну, уже 9. Продюсер просил к нему зайти. Зайду после съемки, спасибо. Звонили по поводу рекламы майонеза. Майонезу сразу нет. Ну, я так и подумала, решила просто спросить. И звонил какой-то Виктор. Виктор? Несколько раз. Понятия не имею, кто это. Значит, вы в отъезде. Все понятно. Осталось 8 минут. Все готово. Ага. Так, плиту выключить не забудь. Здорово. Полина Дмитриевна, добрый день. Как ваше настроение? Ничего, ничего, как ваше? Отлично, текст. Хорошо. Не блестит? Готов? Да. Поехали. Все на исходные. Все по местам. Камера. Поехали.
Привет, мои дорогие! С вами вновь я, Полина Гадар, и отличный вкус. Сегодня мы с вами будем готовить суп-пюре из тыквы. А, какая хорошая! И любимый десерт моей дочери – семифреда с соленой карамелью. Начнем мы с десерта, потому что он самый трудоемкий. Семифреда – это замороженный десерт. Ну, а по сути, это всем нам хорошо знакомое мороженое. Ай-яй-яй-яй-яй, ну вы только посмотрите, какая красота! Так, основа для мороженого готова. Мы займемся нашей карамелью. Компонента всего три. Сливки, сахар, соль. И вот теперь, когда наша карамель почти готова, мы добавляем морскую соль. Я добавляю соль мелкого помола, так как крупная имеет свойство хрустеть на зубах. Кстати, родина нашей карамели – французский регион Камарк. В этом уникальном месте исторически и добывалась морская соль. Что это? Это сода? Камера, стоп! Полиночка, что? Что случилось? Сода. Как сода? А откуда здесь сода? Должна быть соль. Тамара, вы же ответственная у нас по продуктам. Я не знаю, как это получилось. Я принесла все по списку. А что происходит? В прошлый раз на столе вместо баранины оказалась говядина. В позапрошлый арахис вместо кешью. Ну там я как-то выкрутилась. Ну что вы сделали? Сейчас мы все найдем. Может, сейчас тоже выкрутимся тут? Да, карамель свернулась. Ну что, ребят, да снимаем вечером. Переработку никому не оплатят. Полин, я все исправлю. Я сейчас найду соль. Не надо ничего искать. Вы уволены, Тамар. Что встали? Слышали, Андрея? Полина, я найду вам соль. Не расслабляемся. У нас еще тыквенный суп. А у нас вечерняя досъемка. Что случилось? Тамара перепутала ингредиенты, испортила мне карамель. Тамара больше не с нами. Сурово. Это уже не первый раз. Я не хочу работать с тем, кто постоянно подводит команду. Ну, так найдем тебе нового ассистента. Полиночка, присядь. Я тут почитал отзывы на прошлый выпуск. Ой, ты знаешь, как я отношусь к соцсетям. А вот твое отношение к соцсетям давно пора менять. Ах, хорошо, давай. Что там написали о последнем выпуске? Понимаешь, что дело даже не в нем. Людям не нравится то, что ты в последнее время готовишь очень вымороченные блюда. А что не так с моими блюдами? Ну а что с ними так? Ну вот посмотри. Панакотта. Или вот этот. Мильфей. Каннеллони. Ну это даже выговорить сложно. У нас в регионе об этом даже не слышали. Ну пусть услышат. А лучше приготовит. Полиночка, милая моя, фильмы Уайлера, песни Синатры и твоя вот эта панакотта – это не про рейтинги. Ну неужели ты считаешь, что я не хочу снять цикл передач о фильмах золотой эры Голливуда, а? Ну кто это будет смотреть? Полтора зрителя? Один из которых я. У нас народ любит то, что он понимает. То, что попроще. Картошечка, пельмешки, котлетки. Если народ кормить одной картошкой, он только ее любить и будет. Поленочка. Вкус надо развивать, не потакать без вкуса. Поленочка, давай так. Когда я стану генеральным продюсером этого канала, мы с тобой обязательно вернемся к этому разговору. А пока я тебя очень прошу. Помни о том, что на самом деле любит наш народ. Время обедать. Пиццу будешь? Разогретую. Не все в этой жизни подчиняется гармонии наших желаний.
проще надо быть. Чего выпендриваться? Каннеллони. Борь, занят? Как все прошло? Я очень рада. Слушай, у нас тут ЧП. Будем доснимать вечернюю смену. Можешь Настю с тренировки забрать вместо меня? Забрать? Не? Ладно, заберу. Спасибо. Целую. Полина Дмитриевна, я вам сегодня еще нужна? У меня просто важная встреча, я, если можно... Да сегодня все, Жанна. Можете быть свободны. А может быть кофе? Нет, спасибо, идите. Да, спасибо. До завтра. Привет. Настя, что там копаешься? Да, секунду. Я вообще сегодня не хотела идти на тренировку. Мама сказала тебя забрать. А куда ты хотела? Ну, я хотела с девочками в бургерную. Борь, что-то случилось? Она нас слышит? Ну, к сожалению, в данный момент мы наблюдаем полное отсутствие каких-либо реакций на любые внешние раздражители. Пожалуйста, говорите со мной на человеческом языке. Полин. Настенька. Полин, не надо. Давайте пройдем в мой кабинет и там поговорим. Нормально. Пожалуйста, пройдем в мой кабинет.
скажите нам что-нибудь хорошее. Я скажу вам правду, Галочка. У вашей дочери травматическая кома. Состояние стабильно тяжелое, положительной динамики пока нет. О прогнозах говорить рано, но будем надеяться, что молодой сильный организм сможет справиться с последствиями черепно-мозговой травмы. И при надлежащем лечении возникнет положительная динамика. Что нам делать? Вам нужно поехать домой и попытаться успокоиться. Правда. Если появятся какие-то новости, вам сразу сообщат. Поедем. Поедем. Сейчас. Это я во всем виновата. Нужно было разрешить ей не ехать на эту чертову тренировку. Да нет, ну, Полин, это я виноват. Ах, боже мой, Боря, как же так? Ну, я просто отвлекся и выехал навстречу. На что ты отвлекся? А почему ты разрешил не пристегиваться? Почему ты решил не пристегиваться? Почему ты решил не пристегиваться? Да. Да. Да, сейчас буду. Надо заехать в автосервис. Перед этим банкомат. Сдурел, что ли? Может, машину потом поремонтируем? Нет, не спрашивай сейчас ни о чем. Я тебе потом все объясню позже. Нам туда. Поехали, куда я скажу. Я на месте. Как договаривались? Тут такое дело. Старшему по смене тоже заплатить придется. Ну и сами понимаете, без него никак, тоже надо поделиться. Сколько еще? Есть наличные деньги? Я не знаю. Посмотри, пожалуйста. Борь, что происходит? Просто посмотри, есть у тебя наличные или нет. Сделаем лучше, Митя. Кто это был? Да, это у них здесь главный. Ты дал ему денег? Зачем? Блин, давай не сейчас, ладно? Боря, в чем дело? На меня могут завести уголовное дело. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мне необходимо будет поддельное заключение экспертизы. Они обнаружат скрытые повреждения в моем автомобиле. Это освободит меня от уголовной ответственности. Ты хочешь сказать, что ты только что дал взятку? Господи, я просто хочу, чтобы этот кошмар прекратился. Полина, не смотри на меня так. Ты что, хочешь, чтобы меня посадили? А больничные счета? Как прикажешь оплачивать, а? Из камеры? У нас просто нет выбора. Если б я знал, что это поможет, я бы сам туда сел. Все-таки я не могу понять, как ты, опытный водитель, попал в такую ситуацию. Я всего на секунду закрыл глаза. Просто моргнул.
когда открыл, все уже случилось. Я лягу у Насти. Основываясь на многолетнем опыте технолога производства, я сделал вывод, что крахмал, ну, как основа для теста, гораздо лучше, чем обычная мука. И... Я прошу прощения, Виктор... Владимирович. Виктор Владимирович, это все понятно. Ваш опыт под сомнение никто не ставит. Но где ваши поручители? Ну, у меня нет поручителей. Мне очень жаль. Вы пятый банк, за месяц которому очень жаль. Вам в любом банке скажут одно и то же. Либо приведите поручителей, либо принесите соглашение о намерениях ритейлеров о том, что они готовы взять вашу продукцию на реализацию. Следующий, пожалуйста. Спасибо, что уделили время. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот документы. Нет. У тебя телефон заряжен? Да. Значит, кому-то из нас точно дозвонятся. Сейчас вместе поедем в больницу к Насте. У тебя же встреча. К черту, отменю. Не надо ничего отменять. Соберись. Поезжай на работу. Как же больница? Нам оттуда не звонят, значит, мы пока не нужны. Поезжай в банк, я на съемке. Проведешь переговоры, я с тобой заеду, поедем вместе к Насте. Извини, не смогу отвезти. Как скажешь. Полина? Здравствуй. Не узнаешь? Пятый этаж, 23-я квартира. 36-я школа, параллельный Б-класс. Я Витя Завьялов. Витя, тебя и впрямь не узнать. Зато тебя вся страна знает. Я звонил твоей помощнице, хотел взять твой номер телефона, но извини, она... Извини, я спешу, у меня съемка. Полин, я понимаю, я понимаю, поэтому я буду краток. У меня к тебе деловое предложение. Мне сейчас не до этого, прости. Прошу тебя, дай мне минуту. Ну, выслушай меня до конца. Дело в том, что я хочу открыть свой цех по производству замороженных полуфабрикатов. И, может быть, для тебя это будет интересно, или ты захочешь стать моим поручителем, или даже партнером. Я готов рассмотреть любое сотрудничество. Посмотри, это мой бизнес-план. Тут все подробно расписано. Я, не торопись с ответом. Почитай, подумай. Ну. Я боюсь, мне сейчас не хватит на это сил. Полин, ну и вдруг передумаешь. Звони, я всегда на связи. Правда, не до этого. Я понимаю. Хорошего дня!
Полина Дмитриевна, я хотела сказать, что мне очень жаль. Я надеюсь, что все образуется, и ваша дочь поправится. Спасибо, Жанна, мы тоже все очень на это надеемся. Да, Борь, что такое? Господи, как ты меня напугала. Я просто... Ты мне очень нужна. Как всегда, перед моими переговорами. Ты сможешь приехать? Да, хорошо, я к тебе заеду в 3 часа. Пять минут до начала. Поскольку мы решили добавить... Извините, ребят, сейчас. Поскольку мы решили добавить в наш пирог сахар мускавада, мы должны... Стоп! Полиночка, соберись, пожалуйста. Ну сколько раз нужно останавливать съемку? Давай еще раз. Ребят, готовим, готовим здесь быстренько. Приготовились. Угу. Можем? Могу. Начали. Орехи пекан в нашем пироге лучше всего сочетаются с тростниковым сахаром. Извините. Не получается. Стоп! Стоп! Полиночка, я понимаю твое состояние, но нам надо работать. Как ты можешь понимать мое состояние? Как вообще можно работать в таком бардаке? У Тамары хотя бы все лежало на своих местах. Ты же сама ее уволила. Так значит, нужно было найти замену. Андрей, ты исполнительный продюсер или просто так и называешься? Кому нужен вот этот пирог? Кому вообще все это нужно? Может, право наше начальство любит наш народ всякое? Картошечку, макарошечки, колбаску. На газетке. Поэтому нужно лепить пельмешки, жарить котлетки. Они верят в перемены к лучшему. Но нет у толпы вкуса. Не может быть. Простите меня, пожалуйста. Нервы. Я готова. Я занят. Что ты делаешь? Я соскучилась. Что, с ума сошла? Уходи отсюда немедленно. Я тебе больше не нужна? Но ты не можешь так со мной поступить. Слушай, у нас был уговор. Приятные встречи без обязательств. Ничего серьезного. Ну, я тоже так думала. А потом просто в тебя влюбилась. Уходи отсюда немедленно. Мне важна встреча. Значит, вот так вот выгонишь меня и все. Слушай, как ты не понимаешь, что все это из-за этих чертовых смс-ок? Я умоляю тебя. Умоляю, успокойся и уходи. Борик, не бросай меня. Я не могу без тебя. Полин, я сейчас все объясню. Вот, нет необходимости. Все не так, как ты думаешь. Пирог с орехом пекан. Черт, да она не нужна мне. Приятного аппетита. Полина, чтоб я больше тебя никогда не видел. Полина!
Полин, постой. Убери свои руки. Давай поговорим. Полин, давай поговорим. Слушай. Я виноват. Но она однажды мне привезла что-то по твоей просьбе. Я сам не знаю, как произошло. Давно? Полгода. А как это случилось? Ну, я же говорю... Авария. Как все случилось? Ты хотел к ней? Вы переписывались, поэтому ты отвлекся от дороги? Ненавижу. Послушай, не принимай никаких решений. Дай мне шанс ее исправить. Слушаю. Полин, я хотела вам сообщить, что после всего, что произошло, начинайте подыскивать себе новую помощницу. Я увольняюсь. Куда ты поедешь? Есть квартира родителей. Забыл? Партнеры взяли тайм-аут. О, ну, бывает и такое. Полин, я понимаю, ты хочешь пожить одна? Я все буду делать для того, чтобы Насте стало лучше. Лучшие врачи. Самое передовое лечение. Я все буду делать для того, чтобы ты меня простила. Я хочу развода. Помни свои обещания. Не для меня, для Насти. Давай помогу. Не надо. Мне тяжело. Здесь разрешающие документы, там дальше варианты дизайна упаковки и, соответственно, пробный продукт. Сертификаты, соответственно, на оборудование, будьте любезны. А у меня нет оборудования. Ну, я все делал на своей кухне. Ну, тесто замешивал блендером, а продукт замораживал в морозилке. Можете забирать. Технологические условия не выдержаны. Вы же понимаете, о чем я. Гомогенизация, промышленная заморозка – все это решительно невыполнимо в домашних условиях. Подождите. Ну, подождите. А где я найду оборудование? В банке мне кредит не дают. Говорят, предоставь гарантийное письмо от ритейлеров. Я прихожу к вам, вы говорите, что не дадите мне гарантийное письмо, пока не будет оборудования. А мне-то что делать? Лично меня не волнует вопрос кредитования бизнеса. Найдете возможность сделать качественную продукцию, соответствующую требованиям сертификата, тогда и приходите. Качество превыше всего. Thank you.
Здравствуйте, могу я поговорить с доктором Семагиным? Да? Это Полина Гадарская. Я хотела узнать о состоянии дочери. Без изменений, да? Когда я могу к ней приехать? Спасибо, буду завтра. Да, привет. Что-то срочное? Какое видео? Сейчас. Вы уволены, Тамар. Что встали? Как вообще можно работать в таком бардаке? Андрей, ты исполнительный продюсер или просто так и называешься? Кому вообще все это нужно? А может, право наше начальство? Любит наш народ всякое картошечку, макарошечки, колбаску на газете. Вот их поэтому нужно лепить пельмешки, жарить котлетки. Они верят в перемены к лучшему. У толпы нет вкуса. И не может быть. Я не знаю, кто это сделал. 500 000 просмотров. Тебя уже вызвали на ковер? Понятно. Алло. Жанна, я просил мне больше не звонить. Какой еще шарфик? Хорошо. Да, я пришлю тебе его с курьером. Полин, все в порядке? Ты считаешь, это необходимо? Хорошо. Привезу. Я тебе не говорила, что я приготовила в новом выпуске. Тимифреда. С соленой карамелью. А помнишь, как я первый раз решила его сделать? Карамель получилось слишком тягуче, но мы все равно все съели. А у папы даже горло заболело от такого. И что дальше? Не знаю. Может, начнем его есть? Она от этого проснется? Я прочла, что пациентов, которые находятся в коме, может вернуть в реальную жизнь то, что они любили. Ну, она же не видит и не слышит. И даже запахов не ощущает. Мы не можем знать точно, что она чувствует. Thank you.
Настя. Настя, я принес тебе мороженое. Твое любимое, соленой карамелью. Настя. Что и требовалось доказать. Во всяком случае, я пытаюсь что-то сделать. Полина, это была глупая затея. Глупая? Переписываться с любовницей за рулем автомобиля, в котором сидела твоя непристегнутая ремнем дочь, вот это была глупая затея. Самая глупая затея на Земле. Здравствуйте. Пожалуйста, я понимаю, у вас такая ситуация, но я и все мои близкие очень любят вас и вашу программу. Не могли бы вы дать автограф? Простите. Здесь? Спасибо большое. Меня зовут Галя. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь, хорошо? Галь, подождите, я тут... Мороженое приготовила сама. Зимифреда, только ешьте быстрее, пока не растаяло. Спасибо большое. Обязательно угощу девчонок из приемного. Да. Ну что, там все так плохо? Я только что от начальства. От самого. Руководство канала сочло этот инцидент недопустимым. Наше шоу закрывают, Полин. Большой отпуск нам всем пойдет на пользу. Наберемся новых впечатлений. Подумаем над новым форматом шоу. Как там у классика. Нам нужны новые формы. Но, возможно, мне стоит поискать рецепты из других стран. А то что у меня все Франция, Италия. У меня масса творческих планов. Думаю, все получится. Держи, отнеси, да, в четвертую палату, хорошо? Алина Дмитриевна! Что случилось? Да нет, все нормально, я... Хотела сказать вам спасибо большое за ваше мороженое. Наши все девчонки просто в восторге, а я вообще чуть язык не проглотила. Мы даже поспорили, с чем оно. Вкус такой необычный. С соленой карамелью. Старинный французский рецепт. Ух ты. Прям как в жизни. Соль и сахар. Девушка! Вы потеряли. Спасибо. Я очень рад, что тебе понравилась идея производить замороженный полуфабрикат. Идея прекрасная, но производить мы будем совсем другое. Хочу делать мороженое. И мне нужен хороший технолог. Такой, как ты. Вообще-то я хотел... Я буду тебе платить зарплату гораздо выше, чем в среднем по рынку. Ты хотя бы расскажи о продукте и почему мороженое. Ты вообще представляешь, сколько сейчас брендов мороженого существует в обычном сетевом магазине? Вот. Обычное мороженое меня не интересует.
Меня интересует мороженое премиум-класса, а именно Семифреда с соленой карамелью. Спокойно. Это всего лишь пломбир. Полина, одно дело приготовить все эти изыски на телекухне, а другое дело в промышленных масштабах. Соленая карамель. Наш народ такого не понимает. Пробуй. Необычно. Я бы даже сказал, вкусно. Вот. И мне кажется, народу тоже понравится. Ну, хорошо, ты меня убедила, но ты же понимаешь, что для производства мороженого премиум-класса потребуется серьезное оборудование. Котел, гомогенизатор, аппарат для расфасовки и большая морозильная камера. Готова к таким тратам? Идешь ко мне работать? Только давай без этих Семифреда. Договорились. Мороженое с соленой карамелью. По рукам. Ты что, плохо меня поняла? Мне просто нужен мой шарфик. Я так к нему привыкла, и он мне очень идет, и тебе он нравился. Ты говорил, что он оттеняет цвет моих глаз. Жан, ты что думаешь, что я весь день думал о твоем шарфике? Меня Полина уволила. А ты что, хотела, чтобы после того, что было, она тебя оставила? Пусть я теперь безработная, но это та цена, которую я заплатила за любовь к тебе. Боль. Не прогоняй меня. Я не хочу, чтобы мы вот так расстались. Мы уже расстались. Ну, а как же прощальный поцелуй? Ну, вспомни, как нам было хорошо. И после всего, что между нами было, вот так вот, по-живому, я вся промокла. Здравствуйте, я по поводу аренды. Сдали? Спасибо. Так. А, здравствуйте, вы сдаете помещение под производственные площади? Отлично. А что с ценой? Угу. А торг возможен? Спасибо, подумаю. Угу. Да, что тебе надо? Нет, я не приеду на переговоры. Что-то еще? Полин, подожди. Давай я тебя сегодня заберу после съемок. Как шоу закрыли? Мне очень жаль, что так случилось. Полин, ну, может, мы сегодня хотя бы встретимся? Конечно, встретимся в палате у Насти, когда оба туда приедем. Извини, у меня сейчас нет времени. Доброе утро. Ты что, еще не одета? А можно мне кофе? Да, можно. Хочешь, я приготовлю тебе завтрак?
Мне не надо. Ты готовить не из чего. Ну, я понимаю, ты переживаешь, но во время стресса тебе необходимо правильно питаться. Но пойми, ты ни в чем не виноват. Это просто такое ужасное стечение обстоятельств. Борь, я хочу, чтобы ты знал, я рядом, и мне не все равно, что с тобой происходит. Поторопись, мне пора в банк. Та-дам! Ну вот, похоже на филиал ада. Интересно, чем они тут занимались? Сплошная антисанитария. И здесь мы будем делать мороженое премиум-класса. Слушай, цех, в котором осталось оборудование предыдущих арендаторов, это просто идеальный вариант с твоим бюджетом. Конечно, придется приложить руку, но в целом-то это то, что нужно. Интересно, а что они держали в морозилке? Вот! Аккуратно. Не ушиблось? Нет, нормально. Конечно, не хладокомбинат, но для наших объемов это то, что надо. Господи, как же мы все это приведем в нормальный вид? Глаза боятся, руки делают. Правда, первое время придется здесь поселиться. Ты предупреди семью, что будешь задерживаться. Ага. Маловато, конечно, места для масштабного производства. Для начала пойдет. Нет у меня денег на простор. Аренда помещения и так оказалась дороже, чем я предполагала. Если так дальше пойдет, моих сбережений не хватит. А я предупреждал, что денег потребуется намного больше, чем кажется на первый взгляд. Давай. О, прошу. Ну вот, вполне подойдет для кабинета. Ну да, согласен. Ты, кстати, можешь сэкономить на производстве. Если вместо натуральных сливок будешь добавлять растительный жир, а вместо крахмала из тапиоки будешь использовать менее дорогой карагинан. Никакого карагинана. Что за жуткое слово? Я не продюсер, чтобы экономить на производстве. Мой покупатель будет получать только лучшее. Я просто предложу. Форма. Доброе утро. Доброе. Как поживаете? По-разному. Я слышала, вы любите чай, пуэр. Моя знакомая как раз вернулась из Китая. О, а мне врачи запрещают давление. Так вы его сильно не настаиваете. Можно? А у вас тут симпатично. Давай ближе к делу. Зачем пришла? Не зачем, а с чем? С чаем, пуэр? С идеей. А что, если шоу «Отличный вкус» вернется в эфир в новом формате и с новой ведущей? Я считаю, что Полина Гадар просто приелась зрителю. Ее голос, манера одеваться. Зрителю нужно что-то модное, креативное, смелое. Ты понимаешь, идеи, они витают в воздухе. Самое главное – это… Их воплощение. Деньги. Нет денег, нет воплощения. А деньги будут? Вот будут деньги, тогда и поговорим. Я всегда открыт к диалогу, когда вижу серьезность намерений. Тогда до скорой встречи. Да, и можно вас кое о чем попросить? Говорите мне вы. Давайте будем взаимно вежливы. До свидания.
Дим, здравствуй. Как бизнес? До сих пор инвестируешь в интересные проекты? У меня как раз такой. Через год помещение нашли, просто загляденье. Светлое, просторное. Даже отмывать почти не пришлось. Совсем недорого. Ну, деньги — это не проблема. Помнишь папиного коллегу, дядю Диму? Он к нам пару раз на ужин приходил с женой. Так вот он сказал: любые деньги на любой срок под самые минимальные проценты. Полин! И с поставщиками везет. Один другого лучше. Даже не знаю, кого выбрать. Миш, привет. Как дела? Слушай, я открываю свое производство. Улетел на Бали? Надолго? Знаешь, пока все идет как по маслу. Я даже не устаю. Веришь, нет, на съемку было труднее. Гармонирует? Да, в принципе, да. Теперь остается звонить на дегустацию ритейлеров и убедить их, что им нужно именно твое, ну, точнее, наше мороженое. Прекрасно. Больше всего меня впечатлила лампа. Ее достаточно включать на 2 часа в сутки, чтобы полностью обеззаразить все помещение. Так что у нас теперь чистота и порядок. Тебе понравилось? Да, мне тоже не очень нравится лицо на упаковке. Но маркетологи были непреклонны. Будем надеяться, что всем понравится не лицо, а то, что внутри. Открыто. Жан, у меня вообще деловые переговоры. А поэтому я здесь? Прости, я случайно подслушала, когда была у тебя дома. Что это? Это лимонный тарт. Мне показалось, что домашняя выпечка на деловых переговорах придаст особую душевность и доверительность. А разве я не права? Торт сама испекла? Тар? Ну, конечно. Это наш семейный рецепт. Я не думал, что ты любишь готовить. Когда мы встречались у тебя, дело ограничивалось бутербродами. Ну, ты всегда торопился, а это дело не требует спешки.
Я тут подумала, у тебя в холодильнике шаром покати. Может, ты мне дал бы ключи, а я купила бы продуктов и приготовила что-нибудь. Ну так, дня на три. Чтобы ты мне нормально питался. Я сделаю все, чтобы создать тебе уют. Удачных переговоров. Ну что, за твой первый контракт? Надо радоваться, а мне страшно. Да чего ты боишься-то? Штрафные санкции – это обычный пункт договора с ритейлерами. Но успеем в срок, все будет в порядке. А вдруг мы вдвоем не справимся с таким объемом работы? Вдвоем не справимся. Тебе нужны помощники. Размести объявление о поиске сотрудников. Как твои переговоры? Отлично, все подписали. Поздравляю. Что тебе положить? Начни с салата. Пожалуй, ты меня удивила. А во мне много нераскрытых талантов. А ты не находишь, что я могу заниматься этим профессионально? Я имею в виду собственное кулинарное шоу. А почему ты думаешь, что ты можешь стать телеведущей? А чем я хуже других? А ты не думал заявить о себе на телевидении? Мне-то это зачем? Ну, я имею в виду твой банк. Банк станет спонсором шоу, и тогда высокие рейтинги повлияют на приток новых клиентов. Интересная мысль. А тебе жена никогда это не предлагала? Моей жене это не надо было. Давай закончим этот разговор. Может, десерт? Или еще что-нибудь? Это все. Спасибо, Антон. Не уходите далеко, я вас скоро позову. Что это у тебя? Как что? Сливки для карамели. А почему они не заморожены? Зачем их морозить? Текстура нарушается. Подожди. Дай, пожалуйста. Дай. Видишь, сколько сливок остается на стенках пакета? Их должны доставлять в замороженном виде. Снимается упаковочная пленка. Ледяные брикеты складываются на поднос. И это все отправляется в котел. Яйца привезли. Куда их? Несите сюда. Яйца, говоришь? Это лучшие фермерские яйца. О, и сколько их здесь? Там написано 300 штук. Послушай, тебе нужны для мороженого только желтки. Ты собираешься каждый желток отделять от яйца из 300 яиц? Я об этом не подумала. Надо сказать поставщикам, что нам нужны пастеризованные желтки, а не элитные яйца в крапинку. Послушай, ты не мог бы сменить тон?
Я первый раз сталкиваюсь с таким объемом. Пусть я что-то не знаю. Можешь нормально объяснить, а не разговаривать со мной, как с девочкой. Подожди! Да. Да, хорошо, ждем. Завтра привезут нормальные желтки. Может, все-таки в больницу? Нет. Мне нужно заехать к жене и сыну. Я могу отвезти. Спасибо. Сегодня годовщина. Мне надо было быть здесь. Я не знала. Мне очень жаль. Поезд сошел с рельсов. Жена сразу, а сын прожил еще пару дней. Врачи оказались бессильны. Пять лет уже прошло. Сейчас, конечно, немного полегче. Тогда я из депрессии еле вылез. Да. Нет, я не слышала о вашей клинике. Примет? Могу приехать поговорить лично. Где-то через час? Спасибо. Тебя подождать? А? Нет, езжай по своим делам, я доберусь. Добрый день. А почему гвоздики? Почему Тримет? Нам часто задают этот вопрос. Мы эффективно сочетаем традиции прошедших тысячелетий и новаторские идеи современности. Вам удобно, Полина Дмитриевна? Что-то покалывает. Кресло набито листьями тибетской карганы. А ваша реакция говорит о том, что у вас серьезные проблемы с рефлексами. Мы рабы наших рефлексов. Они определяют нашу жизнь. Будет немного горчить, но вы почувствуете невероятную бодрость. Рефлексы. Это моя специализация. Я рефлексотерапевт. Я не уверена, что это имеет отношение к моей ситуации. Разумеется, имеет. Травматическая кома связана с серьезным повреждением центральной нервной системы, а значит, рефлексов. Вы хорошо осведомлены. Пресса, вы же публичная личность. Как вы можете помочь моей дочери? Только в нашей клинике проводится уникальный комплекс коррелирующих процедур. Сочетание медикаментозного и ультразвукового воздействия на центральную нервную систему с учетом индивидуальных особенностей организма. Я не совсем понимаю, что вы говорите. Вы не могли бы все это записать? Я посоветуюсь с мужем. Вот, пожалуйста, здесь все есть. А в вашем методе были истории успеха? Мы помогли очень многим людям. Хорошо, но мне все равно нужно все обдумать, и я бы хотела знать стоимость лечения. Ну что вы, я пришлю вам счет в мессенджере. Спасибо, буду ждать. До новых встреч. Полина Дмитриевна, ну здесь красивые слова, картинки, все как и бывает в рекламном буклете. Но по факту о самой методике
ударно-волновой терапии мало что сказано. Она до конца еще не опробована. Но они хотя бы что-то предлагают. Экспериментальное лечение коматозного состояния можно проводить и у нас. Но результат предсказать невозможно. Он зависит от массы факторов и требует тщательного подхода. Состояние Насти пока нестабильно, чтобы решаться на радикальные методы. Алло, Борис. Надо поговорить. Что-то они мне не внушают доверия. Надо стучаться во все двери. Бессмысленно. Стучаться в закрытые двери. Откуда мы знаем, что они закрыты, если даже не пробовали? Ты обещал, Боря. Я передам тебе необходимую сумму. Буду держать тебя в курсе. Чего ты тут сидишь? Ты же есть ключи от дома. Наверное, я должна тебе их вернуть. Почему? За весь день ты мне ни разу не позвонил. Ты не хочешь впускать меня в свою жизнь. Жан, давай не сейчас, а? У меня был такой сложный день. Полина нашла какую-то клинику, которая мне не нравится. Я не могу ей отказать, потому что, ну, обещал. Какой ты прекрасный отец. Вот если бы у меня в детстве такой был. Но меня никто никогда не любил. Жан, пойдем в дом. Здесь не место для разговоров. Доброе утро. Добренькое утречко. Доброе утро. Как рука? Да нормально. Как у вас дела? Все по плану. Карамель почти сварилась. Класс. Ну что, пойду запускать конвейер. Поверьте, я еще молодым фору дам. А работа мне очень нужна. Вечером зайдите за авансом. Спасибо. Да. Так что, у тебя есть какая-то новая идея? С вами хочет встретиться спонсор и обсудить новые условия сотрудничества. Я же говорила, что найду деньги. Борис Гадарский.
Новое мороженое соленое карамель от знаменитой телеведущей Полины Гадар. Пробный стакан бесплатно, подходите, пробуйте. Соленая карамель. Добрый день. Вы еще не пробовали новое мороженое соленое карамель от знаменитой телеведущей Полины Гадар? Еще не пробовали. Попробуйте. Изысканный французский десерт. Сочетание сладкого и соленого в нежном вкусе сливочного пломбира точно не оставит вас равнодушным. Ух ты, как интересно. Угу. Молодец, Полиночка. Угу. Андрей, узнай, в сеть каких магазинов поступило это мороженое. А потом езжай туда и сфотографируй его на прилавках. Так надо. Кому принадлежат права на псевдоним Полина Гадар? А, собственно, в чем дело? Ответьте на мой вопрос. Кому принадлежат права на псевдоним Полина Гадар? Ну, вероятнее всего, каналу-вещателю. Но это нужно уточнять. Уточните прямо сейчас. Мне что, пойти к генеральному директору канала вот просто так на чаёк? К начальству без приглашения они приходят. Что у тебя там? У вас. Мне нужно позвонить юристам канала. Они поднимут контракт Полины и все выяснят. Звоните, я подожду. Дело в том, что сейчас все ушли на обед. Я обязательно перезвоню, но через полчаса. А я очень прошу вас меня простить, но у меня тоже обеденное время. Хорошо. Молоко, сливки, масло. Поехали. Привет, удивил. Сейчас я удивлю тебя еще больше. Твоя Жанна хочет реанимировать твое шоу с собой в главной роли. За деньги банка твоего мужа. Но это еще не все. Права на псевдоним принадлежат каналу. Так что, если ты создала бренд Полина Гадар, на тебя подадут в суд. И Жанна приложит к этому максимум усилий. Только я тебе этого не говорил. Поняла. Спасибо. Нужно срочно изъять у ритейлеров всю партию мороженого. Да ладно. Поехали, по дороге расскажешь. Да. Технический брак. Да, я помню пункт про штраф. Скоро будем у вас. Нашел? Ну как нет? Ну значит, поезжай в другой магазин. Ну где-то же оно должно быть. Андрей, просто найди мне это мороженое. Жан, вы были правы. Псевдоним Полина Гадар – собственность канала-вещателя. Но я думаю, что Полина об этом знала, поэтому этот стаканчик просто недоразумение. Впрочем, если мороженое Полина Гадар появится на прилавках, юристы канала обязательно подадут исковое заявление. Странное дело. Сетевой магазин проводит дегустацию нового продукта, а он так и не поступил в продажу. Ну, вы же знаете, в этих магазинах полный бардак, особенно с ценами. У них в буклетах одна цена. Приходишь на кассу, а там совершенно другая. Вы умный человек. Спасибо, что оценили. Я думаю, вы понимаете, что со мной лучше дружить, чем воевать. Но если, конечно, вы до сих пор хотите получить заказ на производство шоу.
Но дружить всегда же лучше, чем воевать. И вы знаете, я считаю, что у вас большое будущее в телеиндустрии. Но помните, вот это телецентр. Здесь даже у стен есть уши. Поэтому тщательнее храните ваши секреты. Обязательно. Можно? Прочесал все магазины. Больше нигде не нашел. Оставил на всякий случай. Ты что, его съел? Ну что, вкусно. Успела изъять свое потертое лицо. Похоже, ее кто-то предупредил. А что ты на меня смотришь? Это не я. Да ты и не смог бы. Ну что тебе до нее? Ее здесь больше нет. Да ты есть. Полина Годард. Жанна Перова. Пора народу узнать, что такое настоящий, отличный вкус. Какая ты. Какая? Я, честно, сомневался, что он бабки даст. А я не сомневалась. Впрочем, я его понимаю. Дверь закрой. Да, я хотела уточнить по условиям кредитования. 35%? Перезвоню. Привет. Все в порядке. Настю готовят к транспортировке в клинику. А завтра первая процедура. Нет, твое присутствие не обязательно. Борь, я хотел... Перезвони. Хорошая новость. Большая часть мороженого по дороге не разморозилась. Так что нам остается просто переклеить этикетки. Ну, штраф все равно куда меньше, чем мне пришлось бы заплатить в случае тяжбы с каналом. О, уже сразу не подумала. Перестань себе корять. Мало кто вообще думает в подобных ситуациях. И в конце концов, это ведь не единственные ритейлеры в стране. Но остальные пока не звонят. Ничего, позвонят. Когда вы прислали, я ничего не получал. А, да. Да, не заметил. Слишком суматошный день, извините. Да, я посмотрю, обязательно вам перезвоню. Угу. Зачем приехал? Ты написал, что задерживаешься. Я расстроилась, потому что уже приготовила ужин. Ну, а потом решила, ты же не можешь остаться без ужина, если работаешь допоздна. Это что такое? Апельсиновый ковришка с корицей. Откуда ты знаешь рецепт? Мне кажется, я знала его всю жизнь. Да, продюсер ждет тебя завтра в 12. Где ты взяла эту посуду? У тебя в серванте. Я хотела, чтобы ты чувствовал себя как дома. Надеюсь, ты не против? А это что? Это бизнес твоей жены. Мороженое? Ну, что угодно можно продавать, если ты годами не вылезала из телевизора. Ладно, это ее дело. Уверен? Она же берет деньги на лечение дочери. Вот это уже не твое дело. Мне есть дело до тебя. А что, если ты стал жертвой обмана? И она тратит твои деньги на что-то другое? Жан, ты о чем?
Кстати, насчет этикеток. Там дизайнер пришла по объявлению. Пусть заходит. Да, хорошо. Я сегодня задержусь допоздна. Там в морозильный камер что-то потекает, надо разобраться. Спасибо, Витя. Угу. Хорошо. Проходите. Спасибо. Здравствуйте. Садитесь. Я видела ролик, мне очень жаль, что кто-то вас так подставил. Теперь уже все равно. Я не знала, что вы дизайнер. Я много чего умею. Приходится фрилансить, пока сижу без постоянной работы. Давайте я вам тогда расскажу, какие перед вами стоят задачи. Настенька, надо было сразу назвать фирму твоим именем. Настенькой. Ну, ничего. Первый блин комом, а дальше будет все лучше и лучше. Нам удалось договориться о дегустации в самой крупной торговой сети в стране. Так что, если им понравится... Нет. Когда им понравится, у Настеньки появится возможность серьезно заявить о себе. Так что осталось дождаться их звонка. Ну что, Полина Дмитриевна, вы все решили? Да. Да, ну тогда, пожалуйста, покиньте палату. Нам надо подготовить больную к транспортировке. По поводу мороженого со мной. Полина меня зовут. Дмитриевна. Конечно, могу. Уже еду. Полина Дмитриевна, от имени нашей торговой сети рад вам сообщить, что нам всем понравилось ваше мороженое. Кроме того, что нам понравился вкус продукта, наши технологи протестировали предоставленные вами образцы и остались довольны. Действительно качественные ингредиенты и технология выдержаны. Мы старались. Ну что ж, в этом случае мы рады предложить вам сотрудничество.
Дело в том, что я сейчас меняю брендовый стиль, но совсем скоро я смогу предоставить новые варианты логотипа и дизайна упаковки. Не сомневаюсь, но меня волнует другое. Потянете ли вы необходимый нам объем? О каком объеме идет речь? Вот, посмотрите. Конечно, потянем. Замечательно. Наши юристы уже подготовили контракт. Прошу ознакомиться и обратить особое внимание на раздел «Штрафные санкции». Я понимаю. Все будет качественно и в срок. Ну что ж, тогда давайте подписывать. Я хочу, чтобы вы все понимали, что мы одна команда. Мы часть единого целого. И значит, каждый из нас работает на конечный результат. От того, как Виктор контролирует наше производство, от того, как Антон помогает в разгрузке, от того, как Зина управляется с фасовкой, зависит качество нашего мороженого. Нам предложили сотрудничество лучшие ритейлеры в стране. Этот контракт – наша возможность выйти на новый уровень. Пожалуйста, давайте попробуем ее не упустить. Есть вопросы? Ну что, работаем? Работаем. Тамара, я должна сказать… В общем, простите меня. Думаю, вы не виноваты и не путали ингредиенты. Судя по всему, это Жанна пакостила мне вашими руками. Извинения принимаются. Я рада, что вы прозрели. Лучше поздно, чем никогда. Угу. Полин, откуда вообще в вашей жизни взялась эта Жанна? Андрей порекомендовал. Я искала помощницу. Он представил Жанну как ответственную и честную. Mm-hmm. Ну, она такой и казалась до поры, до времени. Не удивлюсь, если Андрей у нее под каблуком. И этот ролик они склеили вместе. Mm-hmm. Да. Все это время Жанна меня ненавидела. А я даже не замечала. Теперь она меня везде заменила. Не вы первая, не вы последняя. Полин, позвольте дать вам совет. Mm-hmm. Заведите видеоблог. Зачем? Понимаете, вы слишком далеки от народа, а это плохо для бизнеса. Ну, люди из интернета – потенциальные покупатели. Станьте к ним ближе, рассказывайте им о своих новостях, проблемах, радостях. Пусть они тоже увидят, что вы такой же человек. В конечном итоге это привлечет внимание к вашему продукту, который вправду отпад. Угу. Но он все равно нуждается в рекламе. Спасибо, Тамар. Я попробую учесть ваши рекомендации. Вот эта коровка мне понравилась больше всего. Только можно ее сделать чуть более милой. Сделаем. Как вы это делаете? Так. Да? Полина Дмитриевна. Добрый день. У нас все готово. Через час начинаем. Поняла. Выезжаю. Я должна уехать к дочке. А что случилось? Какие-то проблемы? Я дала согласие на экспериментальные процедуры в клинике нетрадиционной медицины. Полин, подожди. Я просто тобой не говорил о твоей дочке, потому что я считаю, что это не мое дело, но скажи, пожалуйста, а что ты знаешь об этой клинике? Ну, лично ты видела тех, кому они помогли? Просто от приставки нетрадиционная как-то веет шарлатанами. Это действительно не твое дело. Я на связи, если что. Полин, я…
Молоко привезли. Говорят, нужно на кладу расписаться. Вы не видели Полину Дмитриевну? Она уехала по делам. Пойдем, я распишусь. Температура повышается. Отключите аппарат волновой терапии. Внутричерепное давление растет. У пациентки гипертермия. Увеличить объем литической смеси. 2 кубика драперидола. Продолжаем. Полина Дмитриевна, поймите, сама по себе процедура абсолютно безвредна для организма. Тогда что у вас произошло? Мы пришли к заключению, что имело место аллергическая реакция. Какая реакция? Что вы ей вкололи? Препараты, которые мы вводили ни вместе, ни по отдельности, не способны вызвать аллергию. Скорее всего, какой-то из препаратов просто не сочетается с теми лекарствами, которые вводились пациентке в предыдущей клинике. Но вы должны понимать, что это так называемое форс-мажорные обстоятельства, от которых никто не застрахован. Так, я сейчас же забираю свою дочь. Открыто! Не помешаю? Что ты здесь делаешь? Жан, мне работа нужна. А вам, насколько я знаю, ассистент режиссера. Телецентр, тут новости расползаются, как тараканы по углам. Да, мы действительно запускаем обновленный вариант шоу «Отличный вкус». Я уверена, вы порвете все рейтинги. Возьмите меня на работу. У нас много желающих на это место. Но вы никого из них не видели в работе. А вдруг они вас подведут? Зато меня вы знаете как ответственного сотрудника. Тем более этому шоу давно было необходимо свежее лицо. Я была бы счастлива работать с вами. Хорошо, я скажу завтра продюсеру, что вакансия закрыта. Можешь выходить. Спасибо. Вы не пожалеете, Жанна. Спасибо. Я же предупреждал вас о возможных последствиях. Господи, что я наделала? У вашей дочери гипертермический синдром. Проще говоря, внутренний перегрев. Что теперь будет? Нужно скорректировать температуру, иначе это может привести к гипоксии и вторичным повреждениям. Галя! Галя! Наша ты! Галя! Все, Галочка, свободно. Не волнуйтесь, это всего лишь глюкоза. Выпейте. Как Настя? Выпейте, вам станет легче. Скажите, как Настя? Ну как Настя? Угроза гипертермии миновала. Консилиум принял решение вернуться к прошлому протоколу лечения, основанному на поддерживающей терапии. Ей стало хуже, да? Ну, я пока не знаю, чем все это закончится, но вы должны понимать, что нагрузка на организм вашей дочери сильно отбросила нас назад. Да, Борь. Да, хорошо, я сейчас приеду. Знаешь, что сказал юрист? Что я не смогу засудить эту клинику. Потому что собственноручно подписал договор. Согласился со всеми рисками. Полина, ты понимаешь, что ты наделала? Наши с тобой подписи снимают с них всю ответственность.
И мы ничего не сможем сделать с этими шарлатанами. Да, я подписал этот договор, потому что ты мне его подсунула и уверяла, что эти рвачи смогут помочь Насте. Но я же сама так думала. Да ничего ты не думала. Ты решила заняться бизнесом. Вместо того, чтобы заняться дочерью. Ты меня сейчас будешь обвинять в том, что я мало времени уделяю Насте? А ты сам сколько раз у нее был? У меня много дел. А, ну конечно. Ты же теперь спонсор телепроектов. Уже донесли, да? Между прочим, спонсорский пакет – это возможность заявить о моем банке на всю страну. Это возможность для твоей любовницы – заявить о себе на всю страну с помощью тебя и твоего банка. Я делаю как лучше для бизнеса. Боря, о чем мы говорим? Речь не о твоем или моем бизнесе. Речь о нашей дочери. Да. Ты права. Значит так, с этого момента все, что касается лечения Насти, я буду проверять под микроскопом. Каждую строчку, каждый пункт, каждую статью расходов. И ни денег, ни согласия на какие-то сомнительные методы лечения я больше не дам. Хорошо. Простите, но я занят. Что? Понял. Хорошо, скоро приеду. Полин, с тобой все в порядке? Все сложно. Что такое, дочка? Ее перевезли обратно в нормальную клинику. Я ничего не могу. Да не вини так себя. Но я ведь знаю, что ты хотела как лучше. Мне нужно уехать на пару часов. Все под контролем. Поезжай. Точно? Угу. Хорошо. Антон! Что? Посмотри, что-то случилось. Эта штука не работает. Ну что, встал? Ну, зови Полину Дмитриевну. Хорошо. Полина Дмитриевна! Полина Дмитриевна! У нас гомогенизатор полетел. Из меня что-нибудь подобное случалось? Нет, он все время гудел. И лампочки все горели. Все под контролем. Здравствуйте. Звонок в наш сервисный центр очень важен для нас. К сожалению, сейчас все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ты отпустила Зину? Зину и Антона. Что они здесь делать? У нас что, какие-то проблемы? У нас не проблема. У нас катастрофа.
Посмотри сюда. Так вот. Ну что там? Ну что? Походу движок перегорел. Видимо, из-за ночных перепадов напряжения. Так мы же ночью его не включали. Ну, наверное, заводской брак. А в сервисе тебе чего сказали? Запастись терпением. Пока заберут, пока проведут диагностику, пока закажут новую деталь. Пока привезут. Минимум недели. Нет у нас этой недели. Ну все, конец. Санкции и волчий билет до конца моих дней. Подожди. Похожие движки ставили на допотопные стиральные машины. Надо поискать. Где же мы найдем такой винтаж? В интернете кто-то продает? На свалке. Поехали. Да шучу я. У меня в гараже подобное лежит. Поехали. Что бы я без тебя делала? Нашла бы другого технолога. Сейчас. Да? Хорошо. Мне срочно надо в клинику. Поехали. Поехали. Здесь, пожалуйста. Я пойду с тобой. Чтобы избежать возможных рисков, связанных с повторным возникновением гипертермии, мы приняли решение подключить Настю к аппарату искусственной вентиляции легких. Я не смог дозвониться вашему мужу. Дело в том, что потребуются дополнительные расходы. Я понимаю. Я сама ему позвоню и все уложу. Борис, я у Насти в больнице. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Не кричи на меня, пожалуйста. Борь, почему ты считаешь во всем виноватой меня? Но я же не знала, что так получится. Если ты такой провидец, почему сам подписал этот чертов договор? Борис, я тебе позвонила не ругаться. Борь, я тебя попросила подождать в машине. Ну вот, теперь ты знаешь, что Настя стала хуже из-за меня. Полин, я понимаю твои чувства. Тебе сейчас больно и страшно. И больше всего страшно из-за того, что не знаешь, чего впереди. Послушай, ты не должна отчаиваться. Настя жива, значит, есть надежда, что с ней будет все в порядке. Поехали за этой штуковиной, как она там называется. Все, ну что, будем запускать? Ага. Не, подожди, давай я сам. С Богом. Работает. Расфасовывать то придется самим. Ой, голова кругом. Сколько же здесь мороженого? Ух, контейнеров 200. Если завтра все будет без проволочек, за сутки нагоним и выйдем на нужного объема. Спасибо, что ты мне помог. Ну и вообще, что был рядом. Полин, я должен сказать,
Это ей прости, что я вела себя грубо, ну, нервы. Живу в условиях постоянного стресса. Что ты хотела сказать? Давай я до дома тебя довезу. Ну, ты перенервничала, за руль садиться нельзя. Пойдем. Ты испачкался. Где? Тут. Пойдем, а то простудишься. У тебя почти 5 часов, чтобы восполнить запас. Спасибо. До завтра. Станет нашей эмблемой. Сейчас отправлю ритейлерам. Полин, я прошу вас посмотреть на эскиз номер 2. Это вряд ли подойдет. Полин, ну выбирать же ритейлером. Отправьте им оба варианта. Вот эту коровку в очках? Это коровка хипстер. А вот эта ваша милая коровка, ну честно, ну прошлый век. Но она у всех на этикетках. Ну достала уже. Я все-таки отправлю вариант номер 1. Полин, знаете, в чем ваша проблема? Вы боитесь нарушать правила. Там серьезные люди могут не понять. Полин, пожалуйста, ну, возьмите, отправьте им оба варианта, вот флешка. Если они не дураки, они все поймут. Ну, они выберут вторую коровку. Хозяин, барин. Можно посмотреть? Что? Ой! Ёпта, не хрустит. Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. С вами Полина Лоскутова. Вы меня знаете под другой фамилией, но придется привыкать к этой. Сегодня я вам расскажу. Скажи честно, ты тоже про это вспомнил? Про что? Лоскуток. Перед вами. Сопливый платок. Так вы меня дразнили. Ну, глупые были. Со вкусом соленой карамели. Да уж. Ай, какой запах! Называется Настенька. Ну, конечно, откуда вам было знать, что я все время сморкаюсь из-за аллергического ринита? Слушай, я вообще пальто на вырос носил. Меня обзывали Филиппок. Помнишь, как мы техничку довели? Это когда мы из Мега футбол играли? Ну да. А, то есть смешно тебе, да? Ну, конечно, тебе за уши оттаскали. А помнишь этот? Ой, как его? Еловый букет. Директрисе на выпускной. Точно вспомнил. Смешно было. Ой, золотое было время. Да? Спасибо. Представляешь, они выбрали коровку хипстера. Розовое мороженое, Настенька, подходите, пожалуйста. Многие считают, что сочетание сладкого и соленого покупатель не поймет. Но я верю, вы пробуйте. А почему Настенька? Так зовут мою дочь. А мы как раз говорили с мужем по поводу вас. Он сказал, что вы готовить не умеете, и за вас все в телеке делают. Вот как раз купи ящик мороженого детям и докажу, что он был неправ. А можно селфи с вами? Конечно. А можно нам автограф? Да, вас как зовут? Саша, Даша. Новое мороженое, Настенька, подходите, пожалуйста. Пробуем мороженое, Настенька, подходите, пожалуйста. Ну что, за новый продукт? Ура! Ну что, когда обещали позвонить? Прямо сейчас. Да ладно. Да?
Хорошо, жду. Чего? Чего? Расходятся на ура. Они готовы заказать новую партию по предоплате. Класс, наконец-то будут деньги! Класс! Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Тамара, я вам должна сказать, что ритейлеры выбрали вторую коровку. Да ладно? Спасибо большое за вашу работу и за то, что вы заставили меня послать оба варианта. А вы не безнадежны. Стараюсь. Еще я воспользовалась вашим советом и завела видеоблог. Серьезно? Это целый мир. Класс. Я вами горжусь. Как тебе наша коровка? Знаю, я сама бы еще 2 месяца назад не поверила, что я заведу видеоблог. Все эти шеры, лайки, репосты, подписчики. И в этом что-то есть. А во время презентации я сделала столько селфи, сколько за всю свою жизнь фотографий не делала. Ну, в конце концов, нужно идти в ногу со временем. Не бояться перемен. Ты со мной согласна? Что у нас наконец появилась положительная динамика. Тебе не показалось? Нет, я точно видела, как у нее дернулся палец. Это ведь хорошо, правда? Ну, о долгосрочных прогнозах пока говорить рано, но я хочу вас поздравить. Это большая победа вашей девочки. И, кстати, в связи с этим я бы хотел вернуться к разговору об экспериментальном лечении. Нет, 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 нет. Больше никаких экспериментов. Не смотри на меня так. Послушайте, вы, конечно, вправе отказаться, но хотя бы выслушайте. Я сказал нет. Видели, к чему привело необдуманное решение моей жены? Боря, ну ты послушай, пожалуйста. Это так называемая нетрадиционная клиника к нам не имеет никакого отношения. К тому же я предупреждал вашу супругу о возможных рисках. Надеюсь, на этот раз она нас услышала. От меня еще что-нибудь нужно? Нет. Тогда всего доброго. Борис, в чем дело? Ты что, хочешь отказаться от лечения? А ты хочешь, чтобы стало еще хуже? Почему ты думаешь, что будет хуже, если лучше? Все они в этих клиниках одинаковые. Сначала сложная ситуация дает людям надежду, берут за это огромные деньги, а потом разводят руками. Чудес не бывает. Полин, оставь надежду. А я буду бороться за нашу дочь. Тогда без меня. Ни денег, ни согласия я не дам. Тишина на площадке! Приготовились. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами Жанна Перова и шоу «Отличный вкус». Сегодня на нашей стильной кухне мы приготовим перепалку. Перепелку с отличным, с брусничным вкусом. То есть соусом. Стоп! Может, все-таки поставим суфлер, а? Я сразу предлагал. Вы меня там что, за идиотку считаете? Да уйди ты. Вот в этом тексте нет никакой изюминки, поэтому я не могу его запомнить. Жан, в который раз тебя прошу, не пучь глаза в камеру, пожалуйста. Я давай ничего такого не делаю. У меня красивые глаза. Вы свет нормально ставьте, а то вы Шерон Стоун тоже страхолюдину сделаете. Мы со светом потом разберемся. Ты бы текст лучше выучила. Да вот зачем он вообще нужен? Вот Полина Гадар работала без сценария. Жанночка, ты не Полина. Импровизация не твое, ты не подтянешь. Не потяну. В таком случае текст нужно переписать. И до тех пор,
пока он мне не понравится. Всем ясно? Да. Жанна, я жду новых предложений. Жанна, подожди. Подожди ты. Ты нам расстраиваешься, у тебя все получается. Ну, в конце концов, это же первый дубль. Перерыв! Скажи, что ты с хорошими новостями. Наш гомогенизатор пока жив. Да, это хорошая новость, а плохая, надолго его не хватит. Можно, конечно, поставить еще один движок от стиралки, но лучше заказать движок в официальном сервисе. Это весь оборот нашей компании. Я уже поговорила с Антоном и Зиной. Они готовы подождать зарплаты, но вот этих денег все равно не хватит. Так что остается вариант с кредитом. Под 35%? Ну, у меня есть другой выбор. Ну, будем надеяться, что он еще немного протянет. Отпустишь меня на полчаса? Нетушки. В прошлый раз, когда ты ушел, было не очень весело. Обещаю, буду через 30 минут. 30 минут. Время пошло. Тебя не было ровно 34 минуты. Гомогенизатор пока в норме. Этого хватит? Откуда у тебя такие деньги? Копил на свой бизнес. Но раз уж я работаю на тебя, то... Я отдам, как только смогу. Ведь я не знаю, что тебе сказать, кроме... Спасибо. А вот этого достаточно. Ну что, я пойду переодеваться? Все прошло без осложнений. Видимых улучшений пока никаких, но это еще не показатель. Будем ждать. Будем ждать. Это еще что? Новый сценарий. Мы текст уже 20 раз переписывали. Вся группа уже от нее хочет повеситься. Она серьезно хочет звезд в качестве экспертов? Мы пытались до нее донести, но она не слушает. Позови мне Андрея. Я что-то найти его не могу. Трубку не берет. Неужели тебя на весь вечер хватит? Милый, а у меня с тобой в полсилы. А с ним на полную катушку? Но у него же премиальный доступ. Что-то нашему гению от меня надо. Иди работай. Найдешь его, скажи, что у меня есть к нему пару вопросов. Окей. А я пока поговорю с нашей девой. Стучаться надо. Слушай. По поводу звезд. Это ты серьезно? А что такого? Но звезды – это время и деньги. Вернее, большие деньги. А еще это рейтинги. Да, только у нас слишком маленький бюджет программы для того, чтобы спустить его в графу «Медийные лица».
Ну хорошо, пусть будут ресторанные критики. Это тренд. Да. Только вот ни один ресторанный критик тебе и полслова хорошего не скажет задарма. Чем бы ты его ни кормила. Поэтому это снова деньги. А я говорила, что мы будем работать с размахом. Так что слабонервных прошу покинуть помещение. Да, конечно. Вот скажи, чего экономлю чужие деньги, да? С размахом, так с размахом. А вот такой настрой мне нравится. Если бы я мог вернуть все назад, я должен был быть на твоем месте. Она, мама, Полина, она не хочет меня простить. Может, она права? Может, нельзя сдаваться? Да? Евгений Петрович, да? К вам пришли. Пусть войдут. Угу. Проходите, пожалуйста. Карточка. Угу. Галочка, можете идти. Слушаю вас. Я бы хотел кое-что прояснить. У нас с женой напряженные отношения, мы разводимся. Но это меня вряд ли касается. Я хотел сказать, что мой скепсис относился не к вам, а скорее к ней. Присаживайтесь. Кофе, чай не предлагаю, у меня скоро обход. Я не задержу. Я просто хотел поговорить с вами без Полины. Вы не могли бы мне вкратце рассказать про этот экспериментальный метод? Ну, я, возможно, какое-то время обо всем этом подумаю. И в итоге, может, дам согласие. Я ничего не понимаю. Вы же уже согласились. Я? Когда? Разве это не ваша подпись? Мы уже провели с вашей дочерью первую процедуру курса. Мужчина, вы кого-то ищете? Полина где? Полина Дмитриевна у себя наверху, но сюда постороннему нельзя. Мужчина, да вы не слышите меня, что ли? Мужчина! Какой упрямый! Сувенирная продукция? Это интересно. Майки с нашим логотипом? Извините, я вам перезвоню. Борис, ты должен меня выслушать. Я был в клинике и видел договор с моей подписью, которую ты подделала. Да, подделала. Ты не оставил мне выбора. Ты что, издеваешься? В отличие от тебя, я не потеряла надежду, что Настя поправится. Что здесь происходит? Все в порядке. Это Борис, мой отец Насти. А ты кто? Охранник? Виктор. Технолог моего цеха. Мужчина, вы поделикатнее. Я, конечно, не охранник, но имею полное право выставить вас от чего. Борис, держи себя в руках. Оставь нас, пожалуйста. Все нормально. За что я поблизости? Спасибо. Мороженщик охранник? Может, он твое тело не только охраняет? И что? Ты хамить сюда приехала? Я подам на тебя в суд. Отлично. Только судить будут нас обоих. Тебя за подкуп, а меня за пособничество и скрытие фактов преступления. Я просто хочу спасти нашу дочь. Но если меня вынудить, я готова действовать жестко. Расскажешь про поддельную подпись, я расскажу про поддельную экспертизу. Что тебя ждет впереди?
Долги? После того, как вся эта история с мороженым прогорит. Одиночество. И вот такие, как этот. Пошел вон. Полин, мне тебя жалко. Мужчина, подождите. Перед парнем извинитесь. Слышите меня? Господи. Совсем с катушек слетел. Ему просто очень тяжело. Ты прости его, пожалуйста. А тебе не тяжело? Ну, каждый по-своему переживает горе. В этом есть и моя вина. Я ведь действительно подписала контракт с клиникой вместо него. Насколько я помню, денег он тебе не дал. Но деньги-то нашлись. Благодаря тебе. Хорошо, что мне кредит одобрили. Какой кредит? Ведь что за деньги ты мне отдал? Ну, я пытался в банке взять кредит на свой бизнес. Мне постоянно отказывали, а тут раз – одобрили. Я хотел помочь твоей дочке. И отказался от дела, которому шло столько лет? Мне нужно тебе кое-чего показать. Пойдем со мной. Заходи. Витя, объясни уже, наконец, что происходит. Что это? Это пробная партия вареников. Я их изготовил для ритейлеров, используя твое оборудование. Помнишь, я ночью оставался в цехе? Мне нужен был гомогенизатор и промышленная морозилка. Той ночью я включил агрегат. Ну, мне нужно было взбить молоко для теста. И во время работы произошел скачок напряжения. Поэтому движок поломался. Я использовал твой цех у тебя за спиной. Здесь холодно. Я ради этого согласился с тобой работать. Почему ты не забрал свои вареньки? Сначала возможности не было. То одна проблема, то другая. Потом многое изменилось, Полин. Я хочу взять расчет. Даже так? Никогда не чувствовал себя подлецом. Оказывается, это очень неприятно. Я постараюсь вернуть тебе деньги как можно скорее. Да ладно, не думай об этом. Главное, чтобы с твоей дочкой все в порядке было. Да. Да, Тамара, я сейчас приеду. Такого не делаю. У меня красивые глаза. Вы... Ну и ну. Там дальше еще хлеще будет. Сочувствую, если ты вынуждена с ней работать. Вы хотите ее размазать? Я помогу. Судя по тому, что я увидела, Жанна совсем справится самостоятельно. Надо ей помочь, чтобы с гарантией. Странная вы. Она влезла на ваше место, а вы не хотите ее наказать? Не хочу в этом мараться. Ой, зря. Между прочим, в случае провала и ты, и вся команда останетесь без работы. Я уже нашла себе хорошую работу. Полицейский сериал на 1000 серий. И команда не останется без хлеба. А
может, вы вернетесь? Кто знает. Как? Как по мне, так первое было лучше. Да ну тебя! Тебе вообще все равно, в чем мне завтра сниматься? Жан, ну тебе же сниматься. Ты и выбирай. Какой ты все-таки эгоист. А это как? Борь, я же с тобой разговариваю. Угу. Первое отличное было. Первое хорошее. Да, Полина? У нас опять катастрофа. Морозилка вышла из строя. Приезжай прямо сейчас, я в одиночку не справлюсь. Да, хорошо, я сейчас приеду. Как это произошло? Она сначала затряслась, потом там свет выключился. Хорошо, я посмотрю. Нет, Вить, у нас нет времени. Мы сейчас погрузим все мороженое в твою машину, и ты отвезешь на склад к ритейлерам. Я их уже предупредила, они ждут. Хорошо. Только ты поедешь без меня. Я должна быть здесь и ждать людей из сервиса. Подожди, я не имею права документов за тебя подписывать. Ты должен это сделать на правах партнера. Чего? Вот. Все уже заверено нотариально. Тебе нужно просто поставить подпись, и ты соучредитель компании. Полин, я не могу этого сделать. Ну, хорошо. Тогда все мороженое растает, и я опять попаду на штраф. Пожалуйста, Вить. У нас каждая минута на счету. Нам еще ящики загружать. Совсем никакой реакции. Обычно вторая процедура решающая. Либо организм начинает отвечать, либо... Мне очень жаль. Так, добавим капельку клюквенного соуса. И блюдо станет жемчужиной вашего ужина. Жемчужиной вашего ужина. Студия готова. Иду.
Приготовились? Все из кадра. Начали. Наши перепелки практически готовы. Аккуратно выкладываем на тарелочку. Ну а теперь самое главное. Добавим капельку брусничного соуса. И блюдо станет жемчужиной вашего ужина. Ну а пока вы пробуете нашу чудесную птичку, мы посмотрим, как там наше умопомрачительное сырное суфле. Божественный аромат. Сырное суфле готово. Ну а вы готовы попробовать наши потрясающие блюда? Тогда мы идем к вам. А вот и наше умопомрачительное сырное суфле. Вы меня извините, но оно соленое, как жизнь моей бабушки. Соленое? Вы шутите? Ну нет, если так и должно быть, просто нужно предупреждать. Что сказать, работа проделана, но соус слишком сладкий. Или это не соус, а варенье? Дайте сюда. Пожалуйста. Отлично гармонирует с клюквенным соусом. Стоп, 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 стоп! Спасибо! Ну, я знаю, что многое можно спасти на монтаже. Да, правда, монтаж порой иногда творит чудеса. Но вам на это надеяться особо не приходится. Как сказал однажды мой наставник, зритель ничего не понимает, зато все чувствует. Так давайте все переснимем заново. Напишем новый сценарий с блюдами попроще. И переснимем. Легко. Только найдем нового спонсора. Ну или уговорим старого на дополнительное финансирование. Ну, поймите меня, я не знаю, что произошло с этим суфле. И почему соус оказался сладким, а не кислым. Жанночка, давайте дождемся ответ канала. А где Тамара? Я не знаю, где-то там. Да я ее поищу. Дин, присмотрите. Да? Привет. Понятно. А что, есть повод для встречи? Что-то я добавила в суфле. Соль вместо соды. Нет, если так и должно быть. А в соус сахар вместо соли. Опять она. А давайте зальем это прямо сейчас. Ну так, без монтажа. Пару миллионов просмотров гарантирую за сутки. Подумаю. Тогда она ваша. Распорядитесь, как считаете нужным. Спасибо, Тамара. Удачи. Надеюсь, еще встретимся.
О, Полина Дмитриевна, здрасте. Здрасте. Алло, Варенька, а ты не занят? Да у нас тут не очень хорошо со съемками получается, но пока еще ничего не известно. Уже все известно. У меня продюсер на параллельной линии. Канал принял решение не ставить в эфир ваш пилот. Да, и не заказывать шоу-продакшн. Ну что, Боренька, ты понимаешь, что я деньги потерял? Все, я занят. Полина у себя? Нет, уехала. Сказала, будет часа через два. С морозилкой чего? Мастера приезжали? Какие мастера? Полина Дмитриевна ни о чем не предупреждала. Возможно, я должна сказать что-то другое, но мне даже жаль, что ваш пилот не пошел. Ты самого благородства, Полин. Но иначе и быть не могло. Там сразу было ясно, что это полная туфта. Зачем же ты вписался? А деньги не пахнут. Продакшн не простаивал, ребята зарплату получили, а твой Борис сам дурак, что деньги потерял. Я очень рада, что у тебя все хорошо. Возможно, я тебя обрадую еще больше. Они снова тебя хотят. Ты же знаешь, как в нашей профессии. Сегодня одно решение, а завтра совершенно другое. Так что считай, что это официальное предложение. Шоу Полины Гадар возвращается в эфир. Ты как-то очень странно радуешься, Полин. Просто немного озадачена. То есть ты не скучала за съемками? Да как-то времени не было скучать. Ну а как же твой зритель? Как же он без этих мильфеев и пирогов с рикоттой? Возможно, слишком много на себя брала. Нельзя объять необъятное. Полин. Полиночка, ты не можешь быть такой равнодушной. Но кто-то же должен прививать нашему зрителю хороший вкус. Возможно, это случится как-то иначе. Решил поддержать производителя. Слушай, ну, в конце концов, у тебя что, не получится совмещать бизнес и работу в шоу? Ну, не могу ответить прямо сейчас. Разрешишь подумать? Разрешаю. Но ответ жду в ближайшее же время. Привет. Как карьера? Что вы здесь делаете? То же, что и вы. Испортили блюдо руками Тамары? Нет. Все было наоборот. Было. И много чего другого. С какой легкостью я затащила в постель вашего мужа? Вот это не делает ему чести. А что так на меня смотришь? Думаешь, особенное? Да ты просто глупая, ничего не видела у себя под носом. У меня же для тебя подарок. Вот. Видео. Смотри. Подумай, сколько просмотров могло бы собрать. Хотела выложить в интернет. Но мне достаточно того, что вижу. Что вы себе позволяете? Тебе в бухгалтерию за расчетом. Ко мне заходить не надо. А вы мне не
тыкайте. И я раскрыла ваш коварный план. Вы с вашей Полиной хотите меня подставить? Слушай, да у тебя паранойя. Везде враги, да? Да смените свой хамский тон. Да вы не продюсер, да вы обычный хапуга. Может, охрану вызвать? Вот я сейчас пойду к руководству канала и все им расскажу, как вы с вашей Полиной пытаетесь меня подставить. Иди, иди. Самому привет. Да я это так просто не оставлю. Вы еще про меня услышите. Да, я слушаю. Кто? А, приятно удивлен. Я хотел бы обсудить с вами спонсирование нового телепроекта. Можете приехать сегодня ко мне в банк? Да, жду. Проходите. Да. Очень рад знакомству. Присаживайтесь. Рассказывайте. Про что рассказывать? Про все. Про себя. Про Жанну. Я ни в чем не виноват. Это она. Она сама. Что сама? Ну, это ее идея вас на бабки развести. Ну, правда. Мне бы такое и в голову не пришло. Я там брал немного, ну, на то, на сё, ну, глупо как-то. От сметы кусок не отпилить, ну, все так делают. Это видео про вашу жену, это все она, Жанна. Она сама меня в койку затащила. Я ж мужик. Хорошо, я виновата. Ну, как я еще могла тебя удержать? Вить, ты мне нужен. Очень. А просто поговорить тебе не приходило в голову? А ты бы согласился стать моим партнером? Я? Нет. Вот. Поэтому мне пришлось придумать историю со сломанной морозилкой. Вить, ты мне дал много денег. Я тебе их вернула долей в бизнесе. А почему ты вообще решила, что я хочу иметь с тобой общий бизнес? Ты всегда делаешь все по-своему. Считаешь себя умнее других, только это называется иначе. И как же? Партнеры так не делают. Ой, ладно. Сам хорош, со своими варениками, тоже мне моралист. Барыня, так с вами, оказывается, вообще невозможно работать. И не надо. Сами справимся. Смотри, карамелью не обожгись. Думаю, не обожгусь. Только если ты мне котел на досуге не испортил. А ты почему так рано? Борис, в чем дело? Вот твои вещи. Верни мне ключи от дома. Ты что, меня выгоняешь? Боренька, давай поговорим. Ключи. Выгоняешь меня из-за денег. И даже не хочешь разобраться. Меня подставили завистники во главе с твоей женой. Жан, хватит, а? Спектакль окончен. Давай ключи. Я не хочу из-за тебя делать новые звонки. Но я снова осталась без работы. Тебе наплевать, да? Знаешь, мне абсолютно наплевать. Может, тебя Андрей еще куда-нибудь пристроит? Да. Жан, мне некогда. Я, между прочим, тоже безработный. Из-за тебя. Да потому что Борис твой из меня тут чуть душу не вытряс. Но пришлось ему все рассказать. Ну, да. И про это тоже. Трусливое ничтожество.
Да я видеть тебя не хочу. Слышишь? А почему пришел сюда, а не в цех? Ну, я прошу прощения у тебя. А надо бы у Виктора и Антона. Этот Виктор. Что у тебя с ним? Это не твое дело. А, я и Жанна, мы больше не вместе. А вот это не мое дело. Я звонил доктору Семагину, он сказал, что пока все без изменений. Я знаю, я была утром. Давай вместе поедем к Насте. Хорошо. Не хочешь ехать со мной? Уже привыкла одна. Я не хочу давать вам ложных обещаний, но есть небольшая надежда на то, что процедуры все-таки дадут так называемый отложенный эффект. Отложенный эффект? Я хотела как лучше. Я понимаю. Давай пообедаем вместе. Я не голодна. Хочешь, я поеду и извинюсь перед твоими сотрудниками? Полин, я виноват. Я не о том, что было в цеху. Я осознал. Я... Сколько ты заплатила за новое лечение? Я все верну до копейки. Я дам тебе деньги на расширение бизнеса. Хочешь делать мороженое, пожалуйста. Хочешь, запустим новое шоу? Мне ничего не жалко, ты только скажи. Борь, не надо. У нас в понедельник встреча с адвокатом по поводу раздела имущества. Уже в понедельник? Угу. Быстро летит время. Я надеялся тебя здесь встретить. Случилось что-то? В том-то и дело, что ничего. Надежда на отложенный эффект. Полина? Если ты хочешь, я готов вернуться. В любом качестве. В любом не надо. Ты теперь мой партнер и совладелец бизнеса. Без тебя карамель какая-то не такая. Слишком сладкая? Слишком соленая. Гомогенизатор. Все. Ой. С возвращением. Поехали.
Итак, формальности уладили. Признаюсь, такое не часто бывает, чтобы бывшие супруги решили вопрос полюбовно. Вам же лучше меньше хлопот. Полина Дмитриевна. Борис Александрович. Приятно было с вами работать. Звоните, если вновь понадобится моя помощь. Никогда не любил юристов. Ну, кто-то продюсеров не любит. Забери мою машину. Не твою смотреть страшно. Но мне как-то не страшно. Привыкла. И не жалко, если придется что-то грузить. Может, не будешь продавать сразу дом? Я могу подождать со своей долей. Продам. Зачем мне одному? Как знаешь. Ты простишь меня когда-нибудь? Не знаю. Но... Всего тебе хорошего. Тебе. Ну что, ты подумала над положительным ответом? Понимаю, что разочарую тебя, но мой ответ нет. Ты сейчас зарезала меня без ножа. Ну, я думаю, ты выкрутишься. Ну и что прикажешь мне делать? Объяви кастинг. Вдруг откроешь новую звезду. Да, открываю вас. Вы потом даже спасибо не скажете. Спасибо тебе за все. Знаешь что? Я больше никогда не куплю твое мороженое. Балова мне нужна. Полина Дмитриевна, а когда мы все разгрузим, я вам нужен буду. Просто у меня лекция во вторую смену, не хочу пропускать. А ты где учишься? На философском. Ух ты, я думала, ты спортсмен. Одно другому не мешает. Родители хотели, чтобы я на экономическом учился, но у меня другой путь. Зина, а вас устроит работа в офисе? Ну, офис, это громко сказано. Будете отвечать на звонки, координировать поставки. Да я и с документацией разберусь. Я же всю свою жизнь главным бухгалтером отработала. Ну вот, хорошо. С понедельника приступайте к новой должности. Спасибо. Привет. Ты что такой смурной? У нас проблем? Ведь тут нельзя со своим. А это не наше. Интересно. Сколько стоит? Стоит так же, как и наши, но... в составе растительный жир. Это не серьезно. Сплошной каррагинан. И соль на зубах хрустит. Угу. Ну, пока купят, пока распробуют. Но по факту все равно конкуренция. И что? Просто нужно быть лучшими и не бояться экспериментов. Ну, хорошо. А как тебе такое сочетание
Малина с перцем чили. Мороженое с перцем. Ну и что, гармонирует. Ну, можно что-нибудь попроще, например, лимонный имбирный сорбет. То есть, по-твоему, это попроще? О, хорошо, мексиканская ваниль. Мне, кстати, очень понравились твои вареники. Можем на днях устроить дегустацию ритейлером и начать расширять линейку производства. Только давай вот без этих экзотических начинок, хорошо? Ну, это как карт ляжет. Нам нужны новые формы, новые вкусы. Хорошо. Девушка, можно мне кофе? И выкиньте, пожалуйста, вот этот мусор. Спасибо. На что я подписался? Поздно жалеть. Придется соответствовать. Всем добрый день. Сегодня пятница, и в эфире любимое шоу «Правила кухни». Моя сегодняшняя гостья – удивительная личность. Ей удалось вывести на рынок абсолютно новый бренд. Еще принципиально новый продукт премиум-класса. На ее видеоблог подписано 2 миллиона человек. Там она рассказывает о своем производстве. И если вы не видели, как в котле кипит соленая карамель, мне за вас даже немного обидно. Ну а еще моя гостья, ну, очень красивая, удивительная женщина. Я думаю, вы поняли, о ком идет речь. Дорогие друзья, встречайте... Полина Лоскутова. Добрый день. Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Полиночка, позвольте признаться вам в любви. От себя и от всей нашей команды. Это вы мне признаетесь в любви или моей соленой карамели? Ну, знаете, одно без другого, к счастью или к сожалению, уже существовать не может. Как вам студия? Гармонирует. Гармонирует? Тогда давайте приступим к готовке. Удивите нас, что это будет? Будем готовить курицу. Так. Запеченную в морской соли. Морская соль? Опять и снова? Опять. Но еще лимон и оливковое масло. И, что самое главное, соль мелкого помола. Интересно. Полина, я не буду приводить сухие цифры нашим телезрителям. И так ваша Настенька очень популярна и говорит сама за себя. Но откройте секрет. Откройте секрет нашим телезрителям. Как вам удалось уговорить ритейлеров обратить внимание на мороженое с таким, ну, непривычным вкусом? А как вам удалось уговорить жену выйти за вас замуж? Провокация. Провокация. Настоящий кулинар-журналист. Ну, я просто верила в себя. И в свое мороженое, и в то, что качественный продукт рано или поздно найдет своего покупателя. Ну вот не хочу вас разочаровывать, но это все. Все? Все. Курица бежит в духовку. Ну побежали. Давайте. В духовочку. Интересно. И пока румянится наша курочка, Полина, я не хочу нарушать традиции нашего шоу. Пожалуйста, вот в эту камеру дайте несколько напутствий нашим телезрителям. Боюсь, я не скажу ничего нового. Дорогу осилит идущий. Ну что же, такие правила. Правила кухни Полины Лоскутовой. У Зинаиды Николаевны вчера был день рождения. Праздновали всем коллективом. Приготовили трехслойный торт-мороженое. Первый слой – соленая карамель, конечно. Второй – малиновый сорбет. Третий – фисташковый. Ай-яй-яй-яй. Такой красивый получился. Жалко было есть. Но, как понимаешь, слопали подчистую. Виктор тебе привет передает. У него сегодня встреча с коллегами из Европы. Опытом обмениваются. Есть идея запустить линейку тортов из мороженого. Как считаешь? Стоит рисковать? Вечером кино с твоей любимой актрисой. Какую фамилию ты забыла? Мам. Мам. Снилось твое мороженое.
соленой карамели. Что со мной было? Я ничего не помню. Мам, ты чего плачешь? Я не плачу. Мы скоро будем есть твое любимое мороженое. Соленая карамель.